друзі, телеканал «Миколаїв» представляє програму «Стоп-кадр» в студії Аніта Рашевська. Які легенди приховують самоцвіти і як вони впливають на наше життя? Почуємо в сьогоднішній програмі. Каждый камень имеет свою историю. И мы поговорим сегодня о камнях в истории. Такой вот интересный ровесник динозаврам, который дошел до наших времен, кусочек из прошлого, которому 300 миллионов лет. Считается, что жемчуг – это слезы прекрасной нимфы. Нам известны больше красные кораллы. Есть еще розовые кораллы, которые называются кожа ангелов. Наша сьогоднішня героїня, гемолог Юлія Синякова, підготувала для вас, друзі, кілька самоцвітів, які не лише красиві, а й корисні. Друзі мої, сьогодні ми хочемо пригласити вас в кам'яну страну, в страну камней, где очень интересно, где очень поучительно и где очень утешительно и красиво. А поведет нас по этой каменной стране, конечно же, его хозяйка Юлия, которую вы уже знаете и которая приготовила для вас сегодня несколько сюрпризов. Юлия, будь добра. В прошлый раз мы, когда встречались, мы говорили о силе камней, о их благотворном воздействии на людей. А сегодня вот сочетание благотворной природы и камней, насколько оно сочетается и насколько действительно нужно к этому стремиться? Ну, я предлагаю нам с тобой сегодня поговорить о нескольких камнях. И я расскажу о их происхождении. Каждый камень имеет свою историю. И мы поговорим сегодня о камнях в истории. Начнем мы, наверное, с коралла. Это красные камни, все их очень любят, носят. Женщины очень много украшений носят, бусы. Они традиционны для нашего народа, так как используются в народном украинском костюме. А на самом деле, как бы, кораллы известны давным-давно людям, и это не камень. Это растение, которое растет в море. Это живое существо, они плотоядные. Вот. Они бывают совершенно разных расцветок. Бывают черные, золотистые кораллы, красные кораллы. Но мы знаем больше красные кораллы. Да, нам известны больше красные кораллы. Есть еще розовые кораллы, которые называются кожа ангела. Очень красивый такой нежный коралл. А произошли кораллы, есть такая древнегреческая легенда, что когда Персей отрубил голову медузы Горгоны и, пролетая над морем, нес ее, то капли крови падали в море, и из этих капель проросли кораллы. Так что кораллы – это маленькие капельки крови медузы Горгоны. Вот такая вот красивая древнегреческая легенда о кораллах. Естественно, люди используют кораллы и не только как украшения, но и в лечебных целях. Делают коралловые порошки, различные настойки. По своей структуре коралл очень похож на кости человека. Как бы считается, что если там употреблять настойку на кораллах, сделанную из кораллового порошка, то это укрепляет кости, скелет человека. Поэтому его используют и как бы в нетрадиционной медицине. Вот, еще кораллы используются в украшении, мы привыкли их носить на себе, но из них делают очень прекрасные статуэтки, различные вазы, как бы резьба по кораллу – это целое искусство. И если, ну, посмотреть, то там очень много таких красивых шедевральных работ, которые сохранились там с глубины веков, так сказать, в музеях. То есть, если вы будете, обратите внимание, то очень много можно увидеть изделий из коралла, вырезанных на коралле. То есть, телезрители, вы поняли, да, что кораллы – это не только красиво, кораллы – это еще и целебно, но когда вы любуетесь кораллами, помните все-таки об этой легенде, что это капельки крови медузы Горгоны. Друзья мои, гуляя по синему парку, наслаждаешься и красотой, и вот этой вот дивной, такой упоительной атмосферой. И мы сейчас у реки,
А, как известно, водная стихия, она связана со многими элементами нашей жизни, и камни в этом играют не последнюю роль. Да, Юлечка? Конечно. Мы сейчас с тобой поговорим о жемчуге. С древних времен человек использовал жемчуг в своих украшениях, в обиходе, в утвари. Им украшали вазы, картины. И действительно существует, естественно, древнегреческая легенда о жемчуге. Считается, что жемчуг – это слезы прекрасной нимфы. Однажды прекрасная морская нимфа увидела рыбака, который ловил рыбу. Она спросила, почему ты так часто приходишь и ловишь рыбу? Зачем тебе столько рыбы? Он рассказал историю о том, что его мама очень больна. И чтобы прокормить и вылечить ее, он ловит рыбу. Тогда нимфа пожалела его и помогла ему. И каждый улов рыбака теперь был большой. Он смог вылечить маму и заработать на приличный достаток в своей семье. Но этим история не закончилась. Рыбак влюбился в нимфу, а нимфа в рыбака. И они поженились. У них родился сын, но морской бог, узнав об этом, очень разгневался на нимфу, заточил ее в большой высокой башне и запретил ей видеться с ее сыном и мужем. Нимфа сидела наверху башни и плакала. Ее слезки падали в море и превращались в прекрасные жемчужины. Когда сын нырнул возле башни на дно моря, он нашел там жемчужины. Он принес их отцу, и отец в этих жемчужинах увидел глаза своей любимой. Нимфа сказала, вот вам жемчужины, для того, чтобы ты мог вырастить сына в любви и в достатке. Вот таким образом появились прекрасные жемчужины. Жемчуг используется во многих странах, культурах, религиях. На Руси жемчуг считался всегда камнем невест Господних, потому что в монастырях очень часто жемчугом расшивали религиозные одежды, расшивали иконы. Жемчуг также в Древнем Египте, допустим, было запрещено носить жемчуг бедным людям. Жемчуг могли носить только богатые. Это было привилегия и украшение только богатых. На сегодня как бы жемчуг он достаточно доступен, его можно купить и очень легко определить, жемчуг настоящий или нет. Его можно попробовать на зуб, и ну, вот вы почувствуете такой вот специфический как бы вот скрежет. Это такое скрипение, да, под зубами. Скрипение, да, на зубах. Это и определяет, что жемчуг настоящий. Сегодня, конечно, жемчуг выращивают искусственно. Это берется песчинка, которая подсаживается в моллюску, и моллюск формирует жемчужинку искусственно. А раньше его пловцы за жемчугом ныряли, доставали со дна моря красивые жемчужинки, доставали моллюсков, из них жемчужинки, и делали прекрасные украшения для своих любимых, продавали их, зарабатывали деньги. Еще раньше в старину на Руси считали, что жемчуг живет в жабрах осетра, и осетр, плавая в море, в океане, там, в реках, потом возвращался и откладывал эти прекрасные жемчужинки в раковины, и люди их оттуда доставали. Такое понимание, откуда в раковинке берется этот жемчуг. Он бывает совершенно разных форм, иногда эти формы причудливые, напоминающие каких-либо зверушек. А также он бывает разных цветов, есть желтый жемчуг, черный, белый, розовый. Итак, друзья мои, если вы любите жемчуг, дерзайте, но проверяя жемчуг на подлинность, не сотрите себе зубы. Друзья мои, древностью веет от этих колонн, древностью окутана вся атмосфера, и о древних камнях сейчас поведает нам наша путеводительница Юля. Юля, будь добра. Итак, ровесники динозавров. Да, действительно, есть такой минерал, называется аммонит. Ему 300 миллионов лет. Это членистоногие моллюски, которые жили вместе с динозаврами, ползали у них под ногами. Потом в процессе эволюции они окаменели, и раковины были заполнены различными камнями. Это может быть агат, это может быть пирит, это могут быть и опалы. В мире очень много мест, где есть аммониты. Те аммониты, которые видели вы, они очень маленькие. А есть аммониты, которые размером с человеческий рост. Их невозможно распилить, поэтому они как бы так вот и хранятся. В России есть место, где добывают аммониты и симберциты. Симберцит – это тоже одна из разновидностей окаменелости, то есть таких же каких-то моллюсков, которые окаменели в свое время.
и пришли к нам, и мы их можем держать у себя дома, хранить в шкатулочке, носить как ожерелье, носить как кулон. С древних времен аммонит считается камнем, который приносил финансовое благополучие его владельцу. Аммонит очень интересный камушек, он не любит соседства, он не любит никого, кроме себя. Он любит только себя, и поэтому вообще аммониты рекомендуют носить без каких-либо других камней. Также аммонит считается камнем семьи. В древние времена и сейчас многие рекомендуют держать дома аммонит как символ семейного благополучия, семейного достатка, символ семьи. Вот такой вот интересный ровесник динозаврам, который дошел до наших времен. И вы можете, приобретя его, держать у себя дома кусочек из прошлого, которому 300 миллионов лет. Да, кусочек из прошлого, господа, но который очень сильно влияет не только на будущее, но и даже на настоящее. О древности говорить не так уж и легко, друзья мои. Вот мы немного устали и присели отдохнуть за этот чудесный каменный стол. Отдыхаем, но при этом продолжаем путешествовать по стране камней. И сейчас встреча наша с тоже очень удивительным камнем. Юля, с каким? А сейчас мы с вами поговорим о гранатах. Гранат – это вообще уникальный камень, о котором написано очень много историй, рассказов. Но начнем мы с вами о древней легенде, о том, как появился гранат. Далеко в пустыне был город, который погибал от засухи, потому что закончились все запасы воды, давно не было дождя, царь этого города был очень сильно болен. И он принимает решение выдать свою единственную дочь замуж и таким способом спасти город. А в чем заключалось спасение? Так это в том, что недалеко от этого города был дивный сад, в котором росли волшебные гранаты. И эти гранаты могли утолить жажду жителей, спасти здоровье царя. Но их было не так просто достать, потому что этот сад охраняли злые духи. Вот царь созвал всех красивых юношей и сказал: «Кто принесет мне 3 граната, того, за того я и выдам замуж свою любимую дочь». Нашелся один смельчак, который принес 3 граната. Одним гранатом они напоили весь город и утолили жажду горожан. Второй гранат излечил больного царя. Но когда они раскрыли 3 гранат, из него посыпались драгоценные самоцветы, которые рассыпались по всей земле. И таким образом на земле появились гранаты. Гранаты, как камушки, как слезки, которые говорили о безмерной любви юноши к красивой принцессе, на которой он и женился. И вот с тех пор гранат стал камнем любви, страсти. Всем нам с вами известен рассказ Куприна «Гранатовый браслет». И недаром ведь автор выбирает гранат в качестве главного героя своего рассказа, потому что это камень страсти и любви. Считается, что этот камень не могут носить люди, которые нечестны душой. Только благородный человек может носить гранат, потому что он придает своему хозяину бодрости, смелости, надежности. И очень хороший камень, ну, как бы считается, что окружающие люди тебя вместе с ним очень хорошо воспринимают, что они к тебе относятся с любовью, когда ты носишь гранат. Так что, если вам не хватает в жизни страсти, любви, то носите гранат. Стихии нас объединяют, стихия воды, стихия огня, стихия воздуха, ну и, конечно, стихия камней. Юля, как ты думаешь, можно камни назвать тоже стихией? Ну, конечно, если вот сейчас я бы хотела рассказать о флюорите. Если посмотреть флюориты, то там есть все цвета, от градации изумрудно-зеленого до фиолетового, желтый, прозрачно-белый. В него смотришь и просто видишь там целый мир. Как вот по мне, то я вижу в нем воду, море, волны. Хотя этот камень добывается на суше, и использовался он испокон веку для улучшения плавкости руды. И как бы
он мало использовался в ювелирной промышленности, хотя в более древние, там, скажем, времена, то находили и сосуды, и вазы из флюорита, которые были более ценные, чем золото. На сегодняшний день флюорит широко используется в ювелирной промышленности. Также флюорит используют и в изготовлении линз для очков. Также линз в приборах ночного видения. Так что этот вот универсальный такой красивый камушек в полосочку от темно-зеленого до темно-фиолетового очень многогранен в своих свойствах, качествах. Ну а человеку он испокон века дает покой. Говорят, что это камень сновидений. Если задать ему вопрос, положить его под подушку, то ответ на твой вопрос тебе приснится во сне. А испокон века он использовался еще гадалками и магами. Шары из флюорита использовались наравне так, как с хрустальными шарами, для того, чтобы увидеть в них свое будущее. И некоторые маги считают, что флюоритовый шар будет намного сильнее предсказывать будущее, чем хрустальный. Вот такой вот загадочный и интересный камушек. Действительно, камень очень загадочный и интересный, поэтому, друзья мои, магией, конечно, вы сильно не увлекаетесь, но для того, чтобы спать спокойно, без снотворного, кладите под подушечку флюорит, и все будет хорошо, а главное, спокойно. Осень наполнила мир красками. Но наполнен мир камней тоже красками, и каждый из них удивителен и неповторим. Да, Юлечка? Да, действительно, есть такой камушек, он называется сердолик. И его градация идет от темно-бордового до светло-желтого, светло-белого, а еще он бывает в полосочку. Белая полосочка и бордовая полосочка. Этот сердолик называют сардониксом. Так вот, сердолик – это тоже камень любви. Только камень, наверное, более спокойной любви, более глубокой любви. Считалось, что сердолик можно подарить другу для того, чтобы укрепить свои дружеские отношения. Также камень-сердолик дарили влюбленные друг другу. В более древние времена еще сам Мухаммед говорил о том, что тому, кто носит сердолик, будет сопутствовать в жизни удача, благополучие, богатство. У Клеопатры был флакон для духов, который был сделан из сердолика. У многих царских вельмож, царских особ были украшения, перстни, в которых всегда вставляли сердолик, потому что он имеет в себе еще очень такие большие обереговые функции. Он защищает человека от зла, охраняет сердце человека от зла. Вот такой вот необычный, очень приятный камушек, его очень редко подделывают. Как правило, этого камня много, он добывается в разных странах, его можно найти под ногами. Стоит он недорого, можно просто носить с тобой в кармане, либо как брелок, либо реально приобрести себе кольцо с сердоликом и при этом, ну, как бы так, попросить у судьбы богатства, благополучия и процветания. Господа, ну и, конечно, любви, потому что, ну, куда без любви? А сердолик обещает любовь. О камнях можно говорить бесконечно, но есть камни, о которых просто нельзя не говорить. И один из них – это… Яшма. Мы стоим на фоне красивого винограда. И яшма, она, это такой же камень, в котором переливаются все оттенки. Яшма – 200 цветов в природе. И это ее природные цвета. Она очень красива, очень многообразна. И она как осень, когда ты идешь по красивому парку, и там много желтых, красных, зеленых, бордовых, коричневых листиков. Это все можно увидеть тоже в яшме. В яшме можно увидеть пейзажи, леса, горы, реки. Вот такой вот интересный камень. Яшма – это символ здоровья. Прежде всего, он считается женским камнем, который отвечает за женское благополучие, за женское здоровье. Вот, и как бы издревле женщины носили яшму, либо кусочек яшмы зашивался в одежду, либо яшмой расшивали одежды, либо яшму просто носили в качестве украшений.
Ее много видов, есть много разных названий. Яшма – это аредонит, может быть, это может быть гелиотроп. Яшма может соединяться с халцедонами. Иногда ты, когда берешь в руки камень, то там даже не совсем понятно, то ли это агат уже халцедон, то ли это все-таки еще яшма. И ее многообразие очень красиво используется в ювелирных украшениях, и не только. Ей украшали залы, дворцы. Из нее делают прекрасные вазы, посуду, сервизы даже делают. Можно даже выпить чаю из чашечки, которая сделана из яшмы. Действительно, чай из чашечки из яшмы. Но главное, друзья мои, даже не в чае дело, а дело в том, что яшма – это женский камень. И поэтому, дорогие женщины, носите яшму, и все у вас будет хорошо. Якщо, друзі, під час нашої програми ви не встигли обрати свій самоцвіт, не сумуйте. Світ самоцвітів завжди відкритий для тих, хто прагне краси. Я, Аня Трашевська, прощаюсь з вами. На все добре.